Брестский городской парк – старейший в Бресте и один из самых красивых в Беларуси. Его заложили солдаты полка русской армии еще в далеком 1906 году. За 116 лет парк сильно изменился, и его территория, изначально занимавшая 4 гектара, сегодня расширилась до 20. А флора и фауна удивляют даже гостей из-за рубежа, так как включают в себя десятки видов различных растений, редких для Восточной Европы, а также скульптур, оригинальных лавочек и других арт-объектов. Одна из главных достопримечательностей – памятник на братской могиле советских воинов. Год назад указом президента Республики Беларусь был учрежден в нашей стране новый праздник. Это День народного единства. Этот праздник стал, можно сказать, так своеобразной, ну, данью памяти, может быть, неким актом справедливости по отношению к белорусскому народу, который был разъединен против его воли более 100 лет назад. И в прошлом году, когда впервые в нашей стране этот праздник мы отмечали, то здесь, в основании этого памятника, специалистами нашего предприятия была установлена мемориальная доска, которая была посвящена воинам Красной Армии, которые здесь похоронены, которые принимали участие в освобождении белорусского народа и в воссоединении белорусского народа. И в этом году руководством нашего города и области было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ уже всего памятника. Эти работы были также поручены нашему предприятию. Ну, работу мы планируем завершить к 17 сентября, к Дню народного единства. А восстановительных работ хватает. Тем не менее, сотрудников Брестского специализированного предприятия это не пугает. На данном этапе уже выполнена часть плановых работ, а до Дня народного единства времени хватает. Хочу остановиться на технических аспектах реконструкции этого памятника. Как мы видим, уже завершаются работы по реконструкции самого верхней части обелиска, так на штыка. Уже гранит почищен, осталось несколько дней работы, эта работа будет закончена. Мы приступили к нижней части, к кургану, к восстановлению гранитного покрытия кургана, ступеней подхода и площадки для венков. После того, как реставрация памятника завершится, капитальный ремонт мемориалу не понадобится более 10 лет. Приятно осознавать, что даже практически спустя 81 год после окончания Великой Отечественной войны о подвиге защитников не просто помнят, но и до сих пор трепетно относятся ко всем памятным местам и захоронениям героев.